Родители первоклассников, их около 4700 человек по республике, получили материальную помощь от компании «Шериф». На каждого по 100 долларов. Деньги приходят на карту одного из родителей в рублях по официальному курсу ПРБ. Сумма помощи составила 1610 рублей. В Бендерах ее получили порядка 700 будущих школьников. Семилетний Давид сейчас в детском лагере. Отдыхает и набирается сил. Впереди первый класс. Пока Давидка играет и ходит на экскурсии, мама покупает все необходимое к школе. На концтовары и школьную форму деньги из семейного бюджета откладывали целый год. 100 долларов от компании «Шериф» стали приятной неожиданностью. У нас два школьника, которых мы собираем в школу. Конечно, это не просто с нынешними ценами, но это было таким хорошим поспорьем, потому что нам эти деньги хватили. Мы приобрели ранец, обувь парадную, обувь для занятия физической культурой. Мы купили брючки, кофточку, то есть такое необходимое именно подготовили к 1 сентября. Еще некоторые средства остались на концтовары приобрести. Старший брат Давида, Рома, в этом году идет уже в третий класс. Школьная форма брата перешла по наследству. Но Давиду она пока велика. Примерить обновки мама привезла прямо в лагерь. У нас эта кофточка будет сверху на рубашечку. В ней, когда будет прохладненько, под черные брючки. Брючки мы тоже уже купили. Ему все такое новенькое, красивенькое. Мне нравится. Но главная гордость Давида – синий ранец. Большой, вместительный, с кармашками. Рюкзачок у нас ортопедический, удобный такой, по размеру как раз. Все влезет. Все. Тебе нравится? Уже сейчас помощь от фирмы «Шериф» в Бендерах получили около 700 первоклассников. Написать заявление на компенсацию можно до 5 сентября. Еще нужен паспорт и номер счета. Если его нет, открываем в любом банке. Заявление принимают в школах, куда идет ребенок.